рад приветствовать вас на канале «Стройгарант Анапа». С вами Александр Аникиенко. Сегодня я вам сделаю подробный новый обзор вот такого замечательного дома в коттеджном поселке Морской. Он построен по типовому проекту 130 квадратных метров с индивидуальными предпочтениями. В частности, большие панорамные окна и навес под несколько машин. Не будем тянуть, поехали! Расположен на участке 6,4 сотки, построен на ленточно-бетонном фундаменте с монолитной стяжкой цоколя. Стены из газобетонного блока по периметру толщиной 25 сантиметров, утепление из каменной ваты толщиной 50 миллиметров. Почему мы выбрали для строительства наших домов именно газобетон? Потому что его важнейшее качество – это низкая теплопроводность. Только представьте, он втрое теплее кирпича, в 2 раза керамических блоков и в 8 раз простого бетона. Состав материала исключительно из природных компонентов позволяет говорить о экологической чистоте коттеджей. А сейчас давайте пройдем в дом и познакомимся подробнее с планировкой. На первом этаже расположена небольшая прихожая правильной формы. Светлая спальная комната с интересным архитектурным решением в виде эркера. И, конечно, просторная совмещенная кухня-гостиная. Она имеет выход на террасу. Так как дома все сдаем мы с чистовой отделкой, то будет уже выполнена разводка всех инженерных сетей, отопление, газовый котел и радиаторы. Также сделаны выводы под воду на кухне, в санузле смонтированы все розетки и выключатели. В коттедже будет теплый пол в 3 зонах. Это кухня, прихожая, санузел. Обклеены полностью обои. Ламинат 34 класса. И в данном доме будет лестница выполнена из монолита. Площадь спальных комнат на 2-м этаже 12, 13 и 17 квадратных метров. Здесь расположен еще один санузел. Если вам понравился этот объект и вы готовы рассмотреть его приобретение, не стоит волноваться за юридические нюансы. Все документальное сопровождение сделки проводят специалисты нашей компании бесплатно. Возможно привлечение средств материнского капитала и рассрочка. А еще вы можете убедиться в качестве строительства домов компании «Стройгарант Анапа» лично. Звоните нашим менеджерам, записывайтесь на просмотр поселка, ставьте лайк и также подписывайтесь на наш канал, где мы не только публикуем все обзоры наших проектов, но также и оставляем и предоставляем вам увидеть отзывы всех наших клиентов, которые живут в коттеджном поселке Звездный, Морской. И совсем скоро будет презентация 3-го коттеджного поселка. Пока, до новых встреч!